За последние три дня стражи порядка задержали 60 пьяных водителей. С 23 февраля стартовала республиканская акция «Безопасная дорога». С начала операции полицейские выявили более 1000 нарушений правил дорожного движения. Подробнее в материале пресс-службы Департамента внутренних дел. В акции задействовали весь личный состав административной полиции. Порядка 550 блюстителей закона работали в усиленном режиме. Цель данного мероприятия – безопасная дорога, снижение уровня аварийности, профилактика дорожно-транспортных происшествий, выявление грубых нарушений правил дорожного движения. Рейды проводятся не только в областном центре, но и во всех 13 районных центрах. Совместно с инспекторами дорожно-патрульной полиции в отработках задействованы и участковые инспектора. За три дня акции на первом месте в списке нарушителей оказались пешеходы. 242 нарушения. 205 водителей оштрафовали за неиспользование ремня безопасности. Тройку лидеров замыкают разговоры по телефону. 173 административных протокола не в пользу автолюбителей. С начала года на дорогах области было зарегистрировано 30 ДТП, в которых 5 человек погибло и 45 получили травмы различной степени тяжести. Операция «Безопасная дорога» продлится до 27 февраля. Арман Баенде при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.